В ходе проведения оперативных мероприятий в районном поселке Дергачи и в городе Ершове Саратовской области полицейскими установлены места сбыта и хранения немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий. Из торговых и складских помещений сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъято около 17 тысяч бутылок водки и около 2,5 тысяч пачек сигарет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет и крупный денежный штраф. Денис Желтов, Анатолий Чернов. Дежурная часть, Саратов.